Хозяйка стенда с необычной надписью «Мыло ручной работы» Жанна Курбатова – постоянный участник благотворительных ярмарок, организованных форумом мамочек Бреста. 7 лет назад кудесница увлеклась такой оригинальной наукой, как аромология. Мир эфирных масел настолько ее увлек, что у девушки появилось непреодолимое желание применить полученные знания на деле. Это и привело Жанну к редкому хобби – мыловарению. Для меня это целый мир. Это моя такая медитация. Часть жизни, просто которую я посвящаю искренне от души, мне это интересно. И я думаю, что мне сложно сказать, что может остановить. Около 60 мастериц города продемонстрировали посетителям свои работы, в каждой из которых чувствовалась душа и тепло автора. Куклы Тильда и фотоподушки, пасхальные кролики и вязаные украшения, маски для сна и пряники в виде милых животных. Огромное разнообразие продуктов творчества участников пасхального вернисажа позволило найти сувенир на любой вкус и кошелек. 4-я по счету традиционная ярмарка чудес была организована представителями интернет-сообщества для родителей города и Центром территориального обслуживания населения Московского района. В этом центре соцзащиты у нас организован клуб, который объединяет мастеров самого разного уровня, самого разного возраста. И работы этих мастеров вы можете видеть вот на этой ярмарке. Это люди, объединенные прежде всего любовью к творчеству. Мастериц в Бресте становится все больше разных направлений. И вот переросло все это в такую такого масштаба, да, ярмарку. Уже 2 дня мы здесь и гуляем, и все встречаемся. То есть это не только повод прийти посмотреть изделия наших мастериц, но и просто мамам встретиться, пообщаться, увидеть всех вживую. Порадоваться весеннему настроению. Разглядывая прилавки с миниатюрными и не очень произведениями искусств, можно было с легкостью почувствовать себя знаменитой Алисой из сказки Льюиса Кэрролла. Заинтересованные лица посетителей свидетельствовали об одном – от вернисажа они в полном восторге. Я на этой выставке первый раз. Вот, хотелось бы вообще в дальнейшем, чтобы эти ярмарки продолжались. Очень много разнообразного всего. Начиная от этих мелочей, украшения, как для девушки – и заканчивая вот такими вот мелочами, что, то есть, оно настолько требует внимания, работы, что я очень потрясена, конечно. А что мама купила тебе сегодня на выставке? Вот эту вот клеточку. А расскажи про клеточку. Это клеточка для птички. Если купить еще, то можно сделать бусы. Есть уверенность, что эта ярмарка чудес оправдает свое название и принесет настоящее чудо тем, кто в нем нуждается, так как деньги, собранные на мероприятии, будут направлены Брестскому благотворительному общественному объединению «Сердце детям».